Я не хочу сегодня попрошайничать у кого-либо голоса. Я сегодня призываю всех граждан страны к ответственности. Сегодня мы находимся в Кишиневе. Аста зня фламен Кишинев. Кишинев ений, кубарери дерев. Ан мажоритатя казурлор, но фост активила протест. Иня уче един суд, шче един норд. Кишинев ений, ди мулти ор, консидера к политика си фаче стенд акаса. Ши кум ам менционат, виняв уамен ди кари фачав он друг ди сути ди километри, ка си се експуе, ка се блокезе унили процесы илегали. Сегодня третью встречу, третий день кампании поездок по стране я провожу в Кишиневе. Я умоляю кишиневцев, я прошу кишиневцев от всего сердца не голосовать за меня. Я прошу кишиневцев проснуться, организоваться. И, уважаемые кишиневцы, голосуйте за кого угодно, но не голосуйте за кульки, за тех, кто участвовал в краже миллиарда и прочих негодяев, которые делают все, чтобы уничтожить нашу страну. Браво! Астас Кишинеу финт капитала Республики Молдова, финт инима Республики Молдова. Кишинеу есть нудор капитала Республики Молдова Софии Адиканфаца Алтор Ураша. Кишинеу ластас есть центру Республики Молдова унисифачи политика. Ин Кишинеу сифачи ши политика интерна, ши политика экстерна. Кишиневу есть астас он сыспун он лок спечал, кари есть репрезентант фикари сад, фикари центру районал де Република Молдова. Кунаштец фарти бини к мажоритате четатенилор. Кызден суд, кызден центру, кызден норду Републики Молдова. Oricum, majoritatea tot timpul tind spre capital. Unii au creat familie în Chișinău, alții au găsit un loc de muncă. Al treilea a creat o nouă familie. Dar astăzi Chișinău, fiind reprezentant, e reprezentant de toate satele și orașele din țară, astăzi Chișinău poate decide și viitorul Republicii Moldova transmisând mesaje prin locuitorii municipiul Chișinău în fiecare colț al Republicii Moldova. Сегодня, когда в Кишиневе представлены практически все села и города страны, через новых жителей Кишинева, через тех, кто кто-то нашел себе работу, кто-то создал новую семью, сегодня жители Кишинева, кишиневцы могут и в прямом, и в переносном смысле повлиять на будущее нашей страны. Если каждый человек отправит месседж в свое родное село, где он родился, в населенный пункт, где живут его родители, которых могут обмануть за баллон газа, либо за 2 килограмма гречки. Сегодня активная позиция всех проживающих в столице нашей Родины может серьезно повлиять и на исход выборов, и самое главное, на будущее нашей страны. Я прошу Кишинев проснуться, я прошу Кишинев сделать все для того, чтобы у нашей страны было будущее. От Кишинева зависит очень многое.